кораблики перетворюються на проблему в акваріумі, слід щось робити. Досвідчені акваріумісти знають декілька способів боротьби. Один з них – це спеціальні рибки. Боца имеет очень миролюбивый характер, то есть ее можно сочетать практически с любыми мирными рыбками, которые не будут ее атаковать. Но в то же время она может находиться и с средней агрессией рыбками. Почему? Потому что у нее за глазами находятся шипы. В случае атаки она быстро проходит по телу нападающего и тем самым наносит немножечко неприятные ощущения. То есть хищная рыба, если полезла к боце, один раз получив такой вот порез, она больше уже не полезет к ней. При цьому боція прекрасно справляється із чисткою акваріуму від равликів. А с другой стороны, вопросы часто возникают, а как она будет совмещаться с абсолютно маленькими рыбками? Абсолютно нормально. Рыба не трогает мелких, к примеру, неонов, гуппи, данью, даже не будет трогать малька гупешки, потому что де-факто ее основной рацион – это улиточки, это растительный корм. Если рыба не атакует боцу, то есть настойчиво, то вполне нормально будет уживаться. Окрім того, така рибка, як боція, врятує вас не лише від равликів. Самыми лучшими помощниками они будут для акваріумістів, которые содержат дискусов, потому что дискусов много отходов, они не все доедают вовремя, и боция будет являться естественным уборщиком акваріуму. Якщо ви пацифіст і не бажаєте споглядати, як рибки поїдають равликів, є більш гуманні способи боротися із небажаними гостями. Ще один із самых распространенных способов и более гуманный – это ловушка для уліток. Такой контейнер, который имеет специальные качельки, улитка, соответственно, заползает вовнутрь, и они закрываются, то есть обратно она уже выйти не сможет. Заманювати равликів у такий капкан доволі просто. Для того, щоб уліточка сюди заползла, в этот отсек для корма помещается таблеточка для самов, на которую улитки бегут все стремглав со всего аквариума. Важный момент, чтобы во время ловли вот этих вот улиточек должна стоять хорошая аэрация в аквариуме, потому что если они все забегут сюда, из-за недостатка кислорода они могут все резко погибнуть, и вода в аквариуме сильно помутнеет. Пластиковий контейнер для виловлювання равликів, звісно, подіє не одразу. Але якщо використовувати його регулярно, користь буде. Вот такой вот ловушкой можно пользоваться повседневно, а можно пользоваться в случае необходимости профилактики большого количества улиток. Но помните, основная причина большого количества улиток в вашем аквариуме – это перекармливание. Потому что рыба не имеет желудка большинство, и, соответственно, работает пищеварительный тракт у нее как трубопровод. Поэтому сколько вы рыбе не дадите, она все проглотит, но переварит только маленькую часть, равную длине пищеварительного тракта. Тож не перегодовуйте своїх риб, якщо не хочете потім рятувати акваріум від нашестя равликів, які несподівано розмножаться.